Мы на грани. Вот Россия на грани распада. Кризис власти однозначно наступил. Вы же видите, что количество бедных, нищих, оно огромное в России. Поскольку правящая партия не может сделать хорошо, она бы решила уничтожить то, что сделано хорошо другими. Чтобы сказать, ну видите, везде все одинаково плохо. Я всегда, когда министров слушаю, я хочу сказать, слушай, а ты где, на производстве где-нибудь работал? Комиссия, которая прошла в четверг, они сами об этом говорили, ничего не нашла. В пятницу вечером, говорят, какие-то документы пришли из Генеральной прокуратуры. Ни подписей, ни печатей, ни апостилей, которые должны быть, ни записи регистратора, ничего нет. То есть это обыкновенно какие-то ксерокопии, которых может сделать любой школьник. Так должен выглядеть документ из этого белиза. Вот видите, на обратной стороне печать, а потом переводы, видите? Да. Николай Иванович, вы же поручили из прокуратуры документ, под которым нет ничего, чтобы обосновывало их решение. Это не документ, мочи. Это халтура. У Центральной избирательной... Расправа самая настоящая.